компании «Новая волна» 1 литр готовим вкусный жульен с белыми грибами и с мясом индейки. Для рецепта необходимо 300-350 грамм белых грибов, отварных замороженных. Одна луковица измельченная, мелко. 50 грамм сливочного масла. 200 миллилитров сливок 20%. 150-180 грамм сыра. И где-то 150 грамм мяса индейки. 2 столовые ложки муки, ну, зелень, соль, перец по вкусу. Сливочное масло, кувшин «Новая волна». Лук, мясо индейки, мелко нарезанное кубиками, помещаем в кувшин «Новая волна». Распределяем равномерно, закрываем крышкой, открываем клапан и убираем в СВЧ на 600 ватт на 4 минуты. Белые грибы помещаем в суперсоник 1 литр 200 миллилитров. Закрываем крышкой и измельчаем мелко. И посмотрите, суперсоник 1 литр 200 миллилитров. Он позволяет это делать качественно, быстро и легко. И металлические лезвия при нарезании переворачивают и перемешивают продукт, который находится внутри. Конечно же, размер измельчения вы контролируете сами. У меня такой средний помол. Вот таким образом кусочек сыра мы натираем. И если вы видите, обратите внимание, отсутствует налипание продукта питания на металл. Да? То есть все до последней крошечки у нас пойдет в наш рецепт. И вот такая стружка красивая, мелкая получается, приготовлена на нашей терке. В шейкер 350 мл помещаем 200 мл сливок 20% жирности. 2 столовые ложки муки. Правильно, грамотно закрываем миксер. Открытый клапан от себя. Я думаю, что посолим там. Закрываем клапан, проводя по ободку сверху до щелчка. И сейчас мы смешиваем. И очень удивительно, что в этом шейкере отсутствуют какие-то вставки, взбивалки, да, лопасти, венчики. Но все, что вы здесь взбиваете, действительно превращается в однородную консистенцию. И приятно им пользоваться, и потом очень мало мыть посуды, всего крышку и емкость. И еще очень важный момент. Ручка в СВЧ не нагревается. Вам не нужна прихватка, и это безопасно. Открываем, смотрим. Смотрим качество приготовления нашего продукта. Мясо приготовилось за 4 минуты 100%. То есть даже не до полуготовности, я могу показать. Вот мяско у нас приготовилось. Видите, какое беленькое хорошее. Я сейчас разъединяю его, потому что из-за белка соединен продукт получился. Перемещаем грибы. Берем венчик, потому что больше мне скребком не справиться. Венчиком я перемешиваю все. Видите, и жульен, и фарш. И, соответственно, что взбивать можно и смешивать любые продукты питания. Так, все я хорошо перемешала. Мы сюда помещаем сыр, соль, перец, естественно, по вашему вкусу. Заливаем той смесью, которая у нас получилась. Финально смешиваем, убираем в СВЧ на 4 минуты, на 600 ватт. Для демонстрации нашего рецепта я, конечно же... Жульен с белыми грибами, целый литр, мы приготовили всего за 8 минут. Живите вкусно вместе с тобой!